вот мы приходим сюда, вроде бы ничего не выпускаем, 2000 автомобилей, а зарплату нам регулярно платят. То есть мы, получается, как своего рода сторожа, которые приходим на работу, ничего не делаем, а вот создаем видимость функционирования. Это еще удивительно, что мы здесь сохранились. Страна разрушена, а ЗИЛ живой. Вот это слова надо сказать. Страна разрушена, а ЗИЛ еще живой. Живой за счет людей. Да. За счет людей. В январе один автомобиль собрали, и то один мой по малым сериям. В феврале 20 автомобилей, в марте, по-моему, тоже что-то ничего. Это катастрофа. Доброе утро. Доброе утро. Промыли. Да. Кто промыл? Ну вот, я знаю, что не вы, я знаю, кто был. Наши все здесь? Ага. Вот в таком виде он примерно на параде был 20 лет почти. А это вот, такой вариант никто не видел. Было предложение вот такое сделать. Четырехдверный. Конечно, мы постарались вместе с конструкторами заводскими оставить внешний облик автомобиля узнаваемым, ЗИЛовским именно. Потому что ЗИЛ вообще-то, даже американские президенты времен там, Рейгана, Никсона, они признавали, что правительственный автомобиль СССР, то есть ЗИЛ, самый узнаваемый из всех правительств. То есть вот появляется машина, и все видят, что едет руководитель государства. Причем, скажем так, ну, уже не те силы, скажем, у завода, экономическая ситуация в стране, задача, конечно, была сверхзадача, скажем так. Но видно, что мы результат получим. В дни всенародных торжеств, когда трудовая Москва рапортует родине о новых свершениях, в первых рядах по Красной площади по праву идут столичные автомобилестроители. 7 ноября 1924 года здесь прошли первые 10 советских грузовых автомобилей. А сегодня зиловцы дают родине каждые 108 секунд новый автомобиль. Ну, ничего нет, мы работали это. Делали все, люди, да. А потом после перестройки не нужна машина, не нужно это. Развал, мы же работали на всю страну. Вот так вот, если действительно подумать, зачем России столько автомобильных заводов?
Раньше как машины давали на базу? Пока не разобьешь, новую не дадут. Мы запчастей не делали по политике завода. То есть новые машины. У меня друзья, кто на базе раньше работали, говорят, разобьешь, тебе новые каждый год дают. А теперь кому? У нас какой там лисенок? Ракетка есть? Да. Ракетку сейчас Сушкин отвезем. Вот Сушкин завтра точить. Поехали туда. Миша, о! Я тебе ракетки ящик привезу большой. Ага. Только надо ее считать. И точите, ребята! Как тяжело с ребятами работать, это страшная вещь. Я раньше на ровно работал, человек по 40 каждую смену. В три смены работали. Когда Советский Союз был, правда. А сейчас один Сушкин тут как барин ходит у нас один. И то пока не увидишь, что он ничего не делает. Я Сушкин будет точить завтра ракетку. Мужики, чтоб стакан доточили, а он там у нас, Сушкин. Сереж, чтоб стакан доточили, так делали. Нет, так и скажу. Стакан один ящик. Нет, ну они точат. Это как его? А почему столько браков много? А я здесь ни при чем, раковины там. Там раковины или пористость? А, да, пористость. А... Да, да, да. Да, Михаил. Очень тяжело. Так, у вас завтра первый рабочий да, день, да? Завтра. Умеджон? А, умеджон. Чон. Джон. Джон. Здесь написано чон. А, чон. Ботинки. Номер. 42-й, по-моему. 41-й. Первый. Он сам не знает, да? 41. Вот смотри, самое интересное, любая национальность, которая подходит, да, все матерятся строг по-русски. Что наши, что не наши, все матерятся по-русски. Да, разницы нету. Маленький вы взяли, да? Да. Маленький остается да, да. У меня. Вы завтра будете работать в 10:30, даже не в 10:30, в 10:00. Придете все сюда ко мне. Я вам выдам талоны на питание, на кушать и на молоко. Если вы придете поздно, талоны вам не дам, потому что завтра отчет. Останетесь голодные. Мне надо сдать отчет, чтобы закрыли зарплату. Алло. Да. Чё поехал-то? Демьян. Ну, хорошо. Да я не сплю, я работаю, блядь. Это вы там нахуйте, блядь. Хорошо, что поехали. Опять, блядь, прислали, небось, какого-нибудь. Ну, все отдадим на анализ. Хорошо. Вот кто, спутник. Что? Бодров кто? Фуй. Так, у тебя ботинки выписаны, ты ходишь ко мне, они у тебя не выписаны. Слушай, сеньорита, я же вам принес те, которые мне стерли ноги. Вы сказали, когда будут другие, я дам. Когда ну, будут другие, я их просто так не дам, их выписать надо. Ну, я же принес их, которые вы мне дали, когда я показал, вам стерли ноги. Я поставил там, мой размер тогда не было, когда мы мерили здесь место. Так, сейчас, все, подожди. Старые, не новые. Старые я принес, которые я получил БУ полностью, и ботинки, и спецовку.
и мне стерли ноги. Я принес их обратно. У меня есть новые ботинки, но их надо выписать. Я тебе их подарить не могу. Ну, ясное дело, я не прошу. Я принес вам эти старые, которые вы мне дали. И так сказал... теперь отдать вам старые ваши? Ну, да. Не мои, те как будто деревянные. Я не показал. Ты же у меня перемерил все ботинки. Тебе не подходит, у тебя нога нестандартная. Я что, виноват? Ну, что и делать? Какой у тебя табельный вообще? 57/3. Ты меня достал уже. Ботинки. У тебя. Ты в январе получал ботинки бэушные. Да, я получил все БУ я получил. А почему Люда тебе не выпишет новые ботинки? Объясни мне, Люда. А. Он в январе получал бэушные ботинки. Ему что, не положено? Не подписывать или что? Не подписывала, Татьяна. Полгода. Мне те старые, которые мне дали, бля, мне стерли все ноги. Я принес их обратно. И тогда не было. Эти старые, чтоб дали. Какой размер вы носите вообще? 42-й. Да. У меня сейчас в наличии бэушных нет, даже на время дать. Я могу дать 43-й. Ну, 43-й большие у меня. Нету, придут в другой раз. Не подходит. Что за нога у меня? Точно нестандартная. Нестандартная. Ну, вчера опустили кабину, нет, подняли кабину и завели двигатель, и машина поехала. Во время поднятия кабины произошло самопроизвольное включение это, и как хорошо, что под колесами у меня никого не оказалось. Вот так мы проектировали. Так, ну ладно, вы можете не пугать людей. Что они сами ездят. Мы так проектируем, к сожалению, не потому, что, так сказать, не хочу оправдываться, но не потому, что мы так проектируем, а потому, что автомобиль нас проектирует. Не конструктора, а руководство, которые кричат, ставьте вот этот двигатель в приказном порядке, ставьте вот эту кабину, ставьте там что-то еще. Руководство – это топ-менеджеры, которые определяют у нас состав. Где чего купили? Вот из этого автомобиля должен быть сон. Потому что все это получается. Доброе утро. Как гном эту шляпочку. Значит, Владимир Васильевич, ты занимаешься фильтром. У тебя там все ясно? Все ясно. Та ошибка конструктора, которая там была, вы знаете, что это такое, да? Знаете? Будем исправлять. Будете исправлять. Сейчас прямо с утра. Значит, Николай Иванович вместе с Андреем Владимировичем занимайтесь багажником. Я думаю, сегодня багажник должен находиться. Все, давайте работать. Давайте. А на эти автомобили дали только 2 года. И раньше 5 лет это был уже участок. У меня было 120 человек, а сейчас работает вот 4 человека. Поэтому мы вызвали на работу, на эту тему, вызвали 5 человек, бывших наших работников. Ну, Владимир Васильевич, он работает здесь уже больше 30 лет. Так, правильно сказал? Да, с 77-го года. Вот эти все изделия, уникальные изделия, их же просто так не сделаешь. Вот эта вот деталь, она идет на дверь, вот на пустое стекло.
Вот вы посмотрите, вот поближе, вот смотрите. Вот этот профиль, Вот видите этот профиль? Мы раньше получали его с прессового корпуса, нам выдавали такую заготовку. Но как, так как сегодня все пропало, и нет у них ничего, вот мы сами все это сделали, видите? Вот это у них, вот смотрите, какой профиль. Владимир Васильевич нехороший. Вот эту деталь он сам придумал. На задний бампер конструктора не могли ничего придумать. Конструктора. И вот Владимир Васильевич сам придумал эту деталь. Андрей Потапов. Вот он у нас на доске почета. Он уходил с завода, пришел на завод и вот работает. И вот благодаря ему, вот это все и собрано. Вот Виктор Маликов, о нем можно сказать, можно говорить день, два дня. Это уникальный человек, уникальный. Вот что не человек у нас, тот уникальный. Но этот уникальный всех. Я что, буду сама эти мешки носить, Марк Борисович? А Люда что, грузчик, Марк Борисович? Марк Борисович, у меня там 50 пар ботинок. У меня там 1000 рукавиц, 500 перчаток. Вы что, думаете, я лошадь с Людой? Работать-то вообще собираетесь? Собираемся, дайте нам спецодежду. А ты ее возьму, если ее нет? Ну и что сейчас мне делать? Сейчас будем искать химчистки. Если найду, одену. Нет, идите к начальнику. Сотки нету. Народ набирают. Я вообще не знаю. Спецодежда меняется. С такими претензиями, эти товарищи, нелегко приходить. Все, что я могла выдать, я уже выдала. Если к этим брюкам подобрать еще такую же спецовочку. А вот ты по-русски хоть вообще понимаешь что-нибудь? Нет. Вообще не понимаю. А как вам вот профосмотр проходил? Это неправильно, я сейчас буду списывать и актировать. А как вам будет проходить тогда? Вместо пойдем. Ну ты же работаешь. Или ты не работаешь? А ты только устраиваешься или уже устроился? Устроился. Я вроде видел, у тебя ты работал. Смотри, вот там врачи с ним чирикаться не будут, там матом будут стеной стоять. Все, пошли. Вообще, конечно, тяжело стало работать, тяжело. По сравнению, как раньше было, сейчас тяжело. Водителей нету, крановщиц нету, ничего нету. День прошел, ладно. День еще на улице поползуют. Хорошо, я сюда иду. Они же едут, сюда им там обещают по 1000 баксов в месяц. А 1000 баксов это 30 тысяч. А за 30 тысяч надо целую смену работать и 5 дней в неделю. А сюда приезжают, оказывается, все надо по-другому делать. И начинается. Там болит, тут болит. Там болит, тут дай.
все на месте. На питание сколько тебе дать до конца месяца? Там опять. Ты до конца месяца их съешь? Семь, давай семь съем. Вот семь давай. Так, на следующий месяц, чтобы не оставались столовые. Хорошо? Будь их брать. А? Не будь их брать. Кого? Талоны там. Если останутся. На питание? А ты прочитай, что там написано. Рядом. Хлеба набери. Кстати, в общем, индивидуалы. Индивидуалы? Да, да. 28.02.22. 28.19. А ты как группа? Да. Я и талон на молоко не получил на этот месяц. Табель. 34.17. 34.17. Ну, 28. 27.02 был. 27.02 был? Да, проходим. Сейчас, спасибо. 14. Да, прошлую неделю работали 5 дней. Додали мне только на 3. 4 талона? Что на 3 дала? Ну, талон. Я хотел спросить, если можно еще один талон за прошлую неделю. Это не ко мне. Пойти в табельную? В табельную. Если они заранее дадут мне список на тех, кто будет работать и берут ответственность на себя, я согласна, я тебе дам талон. Хоть 10. Подойди. Получается, что вы остаетесь голодной, я в курсе. Подойди и спроси, как будете делать. Да, моя радость, 34.13. Здравствуйте. Там к чему прикрепиться-то. Если нет, то нас переделают. Нет, если вот она вот прижата. Сегодня обещаю завтра все закончить. Так завтра. Ну, завтра машину на окраску. Я ему сказал, что завтра мы на машину на окраску. Я все завтра выйду. Завтра.
Что значит завтра? Я ему долблю уже второй день, что у него сегодня последний день. Завтра машина уходит на Градск. Мы тогда все не успеваем. А если... Человека грустный. Алло. Это Глеб Санч. Санч, я что-то не понял выражение Владимира Васильевича, что завтра ты все доделаешь. Завтра утром машина уходит на окраску. Все, через 10 минут жду. Давай. Да. Саныч, я тогда делаю вот так, да? Чтобы не забыли. Конечно, конечно. На той и на другой стороне. Ну, мы не забыли переформовать. Это у нас задний ход или перекидной, блин. На поселке перевертыш. Лет, конец лета, блядь, не вижу. Ну, сегодня обедать не будешь. Он же пообедал уже бананами. Я 7 бананов еще не ел. Сколько там, 6 продуктов для глаз нужно есть, вот пожилым. Там грейпфрукты, орехи фисташковые, чернику, морковь. Так. Ну вот теперь, ой. Вот поймешь чего. Потому что когда у нас долги, значит, нас не выгонят. А когда долгов нету, то они скажут: ребята, что вам здесь делать? Вам зарплату мы выдали, до свидания. Главный конструктор малых серий. Доброе утро.
происходит? Я не понимаю. Четыре человека на сборе. Как мы умудряемся машину, которая у нас идет первым номером, которую мы должны бегом сдавать, умудряемся поцарапать? Кто к ней вообще, кроме маляров, должен подходить? Вообще никого рядом, близко не должно быть. С утра вчера царапины не было на заднем левом крыле. Свой же труд гробим. А зарплату все хотят каждый день зарабатывать. А теперь придется перекрашивать опять. Еще отсрочка на неделю. На что-то меряется, ну так будет. А там что, напустил сюда? Ларис Васильевич не говорил, вы что, вот здесь клеем не уделаете? Вот прям по границе, наверное, малярный скотч. Да, вот сегодня ты отдуваться будешь. Ты вчера отдыхал, он здесь ночевал. Сегодня ты будешь ночевать, он будет отдыхать. Я хотел бы вместо себя оставить. Собрал. Я тебя это самое, какой-нибудь энергетический напиток, сейчас не, пару не, литров. Прыгать будешь, как эти. Как? На даче. Астерикс и обелиск. Бутылку пивка и брынза 100 грамм. Да? Брынза 100 грамм. Ну как, заснешь самого? Не, не засну. Я с третьей засыпаю. С третьей чего? С третьей? Ну, если еще плотно пообедать. Ой, вообще тогда все равно, что... Ну, я с 3 литра хотя бы, я могу... Слышь, я 10 выпиваю. Да? Когда хочу, да. Давайте мы... Сядем? Сдадим, сдадим все. Все заметно. Делаем железочку, сверлимся по месту, вот туда перед, и... Перед сверлимся еще раз поподробнее. Делаем железочку. Да. Вот я об этом сейчас и говорю, кто ее будет делать. Поэтому набираю железочку. Не-не-не. Рабочий день закончился. Ты сделаешь железку сам? Вот настоящий начальник. Вообще, я не понимаю вот эту работу. Ну, Глеб Александрович называет это все по плану. Он называет, что это все по плану. Не, как не? Даже я не хочу даже в этом думать. Я не думаю, я просто... Я даже думать не хочу. Я уеду сейчас, я пришлю заявление. Ты же все-таки коммунист. Чёртова мать, с вашим коммунизмом. Целый месяц нельзя было кронштейн сделать. Да я вообще не понимаю никак. Меня даже в голове не укладывает. Ну что, руки ты еще помнишь? Значит, на 6 сверли следующий. На том сверли на 6. Да, я пойду. На работу сверли. Отдал уже. Спасибо за помощь. Сказали? Там нет, у них подойти. Все другим делом заняты. Ты куда пошел? На тебе пока этот годится, пока не сгорит. Потому что будешь учиться заливать, он все равно у тебя подгорит. Сапоги я тебе дала, каску. Каску она вот здесь вот закрепляет. Все нормально, ты ее тут сполоснишь. А со временем, ты ее сейчас вытри, можно щитком работать, но со временем поменяешь. И защитный экран, если я найду, я тебе найду новый. Все, ребятки, да, сапоги, костюм суконный, каска. Все, зачем вы расписывались? У меня к тебе вопрос. А что ко мне пришел, если клюшки вопрос? А если она у тебя тут сидит? А кто тебе сказал, что она у меня? А ты тебе сказал, что я у нее сижу? А я по голосу узнал. Спросить, что хотел. Ну? Это начальнику халат на меньший размер сможет принять? 48-38. Мне все равно, хоть начальник, хоть кто, у меня один халат, он 56-го размера, Саша. Все, вопрос больше. Единственный вообще мужской. Я бы вообще не одевала бы начальника. Рабочий начальник.
Михайловна. Давай, Михайловна, с днем рождения тебе, здоровья тебе, счастья, успеха в работе. Работай еще столько, сколько проработала. Ну, с тобой хорошо. Надеюсь, и тебе с нами хорошо. Мне еще 40 лет. Пока нас всех не попросят, наверное. Вместе пойдем. Так что здоровья, главное. Мы все вместе сразу. У тебя ты еще рано собираться. Ты еще работай, доработай. Короче, мы все тебя любим. Да, мы тебя очень работаем. Как бы сказала сразу. Любовники, давай. Давай, Михайловна, чтобы мы еще столько с тобой отработали. Сколько еще работали. Сколько работали, да. Давайте. Менталитет немножко своеобразный. А во-вторых, у меня... Работа у нас там не в проворот, поэтому готовимся к работе в авральном практически круглосуточном режиме. Те, кто будут задействованы, по кому остались недоделанные объемы работы. Вот, значит, Анатольевич, слышь, подойдите, ну, во-первых, еду возьмете, а еще по сиденьюшку одному есть по проблем. Там не встал еще ничего. Не встал вот задний там, держатель. Давайте тупо добудем. Дим, что там угодно? Да вот там подают, брат, он своей милый батарейш. Я ему не нужен там сейчас. Там что-то подержать надо, давай с ним. Да нет, что с ним? Дима, бери, ты ж понял. Четыре часа я спал, это нормально для такого человека, как я? Я в обед больше сплю, блин. Обед 50 минут, как ты можешь спать? Да. Вот на выходные я всегда иду в обед спать. Ну, ты надо смотреть, две вместе. Заканчивай, обшивать надо отдавать. Не попал. Да, не попал. Вот сюда надо. Вот. Все было дело, смотри. Залитула. На этой вот волне, вот она здесь вот перекатывается. Ну-ка еще опусти. Рудольф Самуилович, опустите, пожалуйста. Правую. И левую опусти, и вместе поднимай. Просто надо чуть-чуть. Нельзя? Ну давай. Какой? Ну, передний давай. Так, задний. Что-то.
Не отравишь сигареты. Ты моя девочка хорошая, умница. Я ее ругала в прошлый раз. Она этого не любит. Умница моя шьет одна. Ты моя хорошая. Интересы определенной группы поддерживаются такой подачей информации, что ЗИЛ уже даже грузовики не производит, холодильники давно не производят, грузовики не производят, как же он сделает машину для президента. Но уже сделали мы 3 кабриолета новых автомобилей. Для нас этот проект изначально был не коммерческим проектом, а делом чести, делом престижа, что наши именно автомобили опять вновь, значит, будут принимать парады и так далее. Нам коммерческий интерес был на втором, на третьем плане, его не было вообще, можно сказать. То
То есть нам было важно построить машины, которые будут использоваться на парадах Победы.